разыскала собака. Номер для Томми не подойдет. Не понимаю. Там душ, туалет, прямо на море вид из окошка. За стеной молочный буфет. Верно, буфет. А в буфете кошка. Идемте в гостиницу. Не могу. Я здесь по важному делу. Странно. По важному делу на берегу. Врач прописал мне морские ванны. Томми, внимание! Живо ко мне! А ну, прояви-ка свои таланты! Вспомни фильм «Застава в огне». Как обезвредил ты диверсанта! Давний спор, собака, друг для человека, вдохновляла многих классиков. Она каштанке написал когда-то Чехов. Есть о пуделе рассказ у Куприна. А есенинские строчки о собаке мы не раз их вспоминали и не два. И сегодняшних писателей не всякий для людей найдет такие же слова. У меня есть крошка Томми, я его люблю. Кто тебя хоть пальцем тронет, я того убью. На собак опять пришла сегодня мода, и для этого немало есть причина. Независимо от рода и породы, это друг незаменимый. Для мужчин, эй, на охоту ездит с нею весной. С ней по улице гуляет до темна, даже с большей охотой, чем женою. Ведь не лает на хозяина она. У меня есть крошка Томми, я тебя люблю. Кто его хоть пальцем тронет, я того. Караул, ограбили, помогите.